Слушай, Натали, а вот есть же у нас кодекс студентов, а почему нет кодекса преподавателей? Его же вообще-то приняли. Когда? На ежегодной конференции трудового коллектива НИУ БелГУ. На традиционной конференции работников и обучающихся НИУ БелГУ были обсуждены итоги прошедшего учебного года и намечены планы на текущий год. На конференции ректор НИУ БелГУ профессор Олег Полухин отметил, что за прошедший учебный год коллективом университета была проделана большая работа, что позволило укрепить позиции вуза в российском и международном научно-образовательном пространстве.